вашей стране, чтобы мы проверили его компанию и отметили вакансию. Гарантии низких цен на подарки от фирмы 50% Эльдорадо. Этот макрест посвящается всем, за кого выбирали одежду. Спасибо. Вместе с вами следим. Еще выйдем на прямую связь. Это была Анна Лазарева от
Центробанка и говорил нам о ключевой ставке. Финансирование компаний, связанных с ископаемым топливом, серьезно сократится. Нефтегазовому сектору будет все сложнее находить инвесторов. И главными технологиями будущего для них будут технологии улавливания и хранения СО2. Аналитики Westwood Global Energy выделили, например, уже ключевые тенденции, которые будут определять зеленый переход в текущем году. Как это отразится на жизни нас с вами, на жизни россиян, разбиралась Юлия Макарова. Приобретает не гонка за прибылью, а забота об окружающей среде и человеке, устойчивое развитие и ESG. 2021 стал переломным, когда об ESG стали говорить на высшем уровне. Эти принципы стали применять в крупнейшей компании на разных континентах. Стало понятно, что эта трансформация всерьез и надолго. Она уже прорвалась во все сферы нашей жизни, даже в Голливуд. Им не смотри вверх со звездным составом. Продовольствие и отходы от фермы до кухни в США дают.
питания в России не доходят до потребителя, и что можно с этим сделать? Но есть статистика, что ключевых ESG-трендов на 2022 год.
построены на сжигание органического топлива, но, конечно, это можно...
финансирование ископаемого топлива, подсчитало агентство Bloomberg Net. Доброй воли, я сказал, участник в этом процессе.
учитывая необходимый масштаб, вот этот перевод совершить.